Ровно 5 дней не было видео. И за это время на моем канале случилось одно из самых важнейших событий в моей карьере. На канале набралось 1000 подписчиков. В честь этого я решил сделать самый масштабный проект на моем канале. Гигантская оценка островов подписчиков. По центру, с краю острова, можно заметить гигантичного карабаса. Также на этом острове есть множество обычных скелетык, а именно 6. Также на пеньках можно заметить 2 сахабушей. Еще этот чел собрал полную коллекцию ужасов. Острову мы ставим оценку 10 из 10. На этом острове можно заметить всю коллекцию скелетык, 2 ужаса и навсегда зажженный факел. Достаточно неплохой остров. Ставим оценку 9,5 из 10. На этом острове можно заметить редкого карабаса и обычного карабаса, и также этот чел хочет вывести эпического карабаса. По центру стоит огиганченный мамонт. Это символ этого чела. Это можно понять по нику. Можно заметить сахабуша и гуджупа. Также около дворца стоят 2 монстров за реликвией. Лично мне этот остров очень понравился в плане дизайна. Очень красиво расставлены дорожки. Ставлю 10 из 10. По центру следующего острова стоит огиганченный обычный карабас. Также на этом острове есть все виды из баллистов, обычный и эпический пылизатор, эпический мамонт, гуджуб и много других различных монстров. Ставлю этому острову 9 из 10. И на следующем острове мы можем заметить обычного карабаса, и также чел готовится к выведению эпического и редкого карабаса. Также можно заметить много эпических монстров, сахабуша и гуджуба. Также у этого чела выводится эпическая скелетыква. Удачи тебе в пробуждении карабасов и ставлю тебе оценку 10 из 10. И тут мы можем увидеть все виды ужасов, очень много монстров огиганчина, редкий карабас и обычный карабас, и также монстры за реликвии. Этот остров достаточно обычно задекорирован, но за счет этого появляется какой-то особенный стиль. Он мне очень понравился и ставлю оценку 10 из 10. На этом острове также можно увидеть много редких монстров, и этот чел хочет вывести новых редких и эпических монстров, так как зажег все факела, продолжая в том же духе. Достаточно красивый остров, ставлю 9 из 10. При 18 левле чел старается, украшает как может остров и вывозит новых монстров. Чел красава. Я вижу, что у тебя достаточно хорошо получается, поэтому ни в коем случае не бросай это дело и продолжай прокачивать остров. Ставлю 10 из 10. На этом острове можно заметить Гуджупа, Парлсону и Тавкера. Также прокачанный замок и карабаса. Также чел пытается вывести каких-то новых редких монстров. Остров у тебя очень хороший, но осталось немного его подизайнить. Улучши сарай и спрячь туда украшения, которые стоят и занимают лишнее место. Ставлю 8 из 10. На этом острове можно заметить, как круто задизайнен этот остров. Много украшений, также зеленые жашары, эпический ужас и обычный ужас, сахабуш и гуджуб. Также есть много редких монстров. Еще по краям острова стоит редкий и обычный карабас. В общем, остров достаточно хороший, ставлю тебе 9,5 из 10. Ну что, ребят, вот и наша масштабная оценка подошла к концу. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик и вы посмотрели его до конца. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Удудук, всем пока! Огузок! Наклейки от бананов отклеивай.